Началось все во время холодной войны. Коммуняк мы гоняли в песках Никарагуа. Помогали нам контру свободы фанаты. Мы послали им денег на пушки, ножи и гранаты. Но Конгресс прекратил помогать их обмену, ведь наркотики вышли на сцену. Появился герой Олли Норт, наш родной, вместе с Рейганом. Они обдурили Конгресс. Олли Норт, Олли Норт, Олли Норт. Норт тайком продавал оружие маленькому безобидному Ирану, который всегда оставался союзником. Выручку он отдавал Контрас Кенни. Но эту сделку вдруг раскрыла пресса, что стало причиной всеобщего стресса. Ну? Ведь технически это измена стране. Абсолютно оправданная. Храбрый Норт вину решился взять, чтобы Рейгану в тюрьме позорно не страдать. И вся правда пропала, как ее не бывало. Спасибо Шредеру. Он вышел сухим из воды. Олли Норт, Олли Норт, он солдат и герой, и романист. Теперь он на канале Fox. Блин, на этом все.